Собираю. Вот. Спаси меня, человече. Спаси. За мной гонятся охотники. Вот. Я тебе хорошо заплачу. Лесу на воротник принесу. Это как же я тебя спасу? Спрячь меня в мешок. Вместо этого, вместо дров. Вот туда, вот сюда. Ой. Ой. Эй, мужик! Волка тут не видел? Я видел. Куда ж он делся? А он это... вон туда побежал. Вот люди, а! И чего им такого сделал, а? Ну что, сложил дровишки, а? Вот и хорошо. А теперь я тебя съем. За что же ты меня съешь? За то, что я тебя от смерти спас? А за то я тебя съем, что я волк. И законы у меня волчьи. Нет, погодь. Давай разберемся. Где ж тут правда? Правды нет. Это ты так считаешь? А вот давай спросим у первого встречного, есть правда или нет? Если нет, ешь меня, идет? Ладно уж, давай спросим. За добро добром платить надо. А? Ответь-ка нам, котик, вот на какой вопросик. Есть ли правда на свете, а? Ой, вы знаете, к сожалению, нет правды на свете. Пока я был молодой, пока мог ловить мышей, хозяин меня кормил и поил.
А как только я состарился, он меня совсем со двора выгнал. Ну что, съела, а? Постой, волк. Кот судит не по правде. Он сам обиженный. А такой судья несправедливый. Пойдем дальше, спросим еще у кого-нибудь. Хорошо, пойдем. Только давай побыстрее. А то сам понимаешь. Эй, лиса! А? Что? Кого? Я говорю, рассуди-ка нас, лисичка. А что это у вас за суд такой, а? Да дело вот какое. Рубил я в лесу дрова. Вижу, волк бежит. Спаси меня от охотников, просится. Я за это тебе лису на воротник принесу. Я его спас, спрятал в мешок. А как минула беда, так он съесть меня хочет. Скажи, разве же это по закону? Разве же нет правды на свете? Не могу я вас рассудить, пока сама не увижу, как оно на самом деле было. Надо провести следствие на том самом месте. Ладно уж, следствие так следствие. Так, давай побыстрее. Не могу я больше ждать. Вот тут волка встретил, вот тут в мешок спрятал. Вот. Что-то ты, мужик, не то говоришь. Разве мог волк в этот мешок влезть? От страха не только в мешок, в табакерку влезешь. Нет, не верю я в это. Не веришь? Ну, так смотри сама. Вот, 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 ну. Теперь видишь, а? Да, теперь вижу, что этот мешок как раз по тебе. Остается только его покрепче завязать. Из тебя, волк, тоже неплохой воротник выйдет. Черт!